Добрый день, друзья! Сегодня мы опять поговорим об инвестиционных программах. Вот, многие заинтересовались, уже как бы принимают активное участие. Вот, но нам нужно собрать некую сумму для того, чтобы я смог удовлетворить тех заказчиков, которые на сегодняшний момент хотят приобрести диски ОВП. Вот диск. Это я показываю свой диск, который пользуюсь уже, наверное, больше года даже, 2 лет. Это первый экземпляр, опытный экземпляр, который был изготовлен. В дальнейшем диск претерпел некие изменения конструктивные. Ну, то есть он остался в такой же форме. Вот, но мы его облачили в коробочку подарочную из эбонита, которая может служить еще дополнительно и массажером из эбонита. Посмотрите интернет, массажеры из эбонита, лечебные свойства эбонита, что он делает. И вы поймете, что приобретаете, в общем-то, и устройство для подготовки воды. Я вам скажу, что от воды очень много зависит. То есть ваше здоровье, оно как бы тесно связано с тем, что вы употребляете, то есть с той водой, которую вы пьете. Вот мы предлагаем технологии уникальные, которые, в общем-то, позволяют человеку прожить долгую жизнь, активную жизнь, не болеть ничем, это без всяких преувеличений. Вот. И это основано на научных, еще раз подчеркиваю, научных данных, исследованиях. То есть мы, используя, скажем так, конструирование своих устройств, руководствуемся уже наработанными какими-то решениями. То есть это не просто мы выдумываем, да, что-то из себя, а именно наработанными решениями. Вот такой диск проходит инвестиционная программа. То есть вы можете инвестировать некие средства. Вот, вы мне пишете, я вам говорю. Вот, и, значит, инвестиционная программа идет до 21 декабря. То есть мы набираем сумму. Если сумма будет набрана, та сумма, которая позволит мне заказать партию таких изделий. Потому что одну-две штуки я не могу заказать. Мне нужно заказывать партию. Для производства изготовления одной штуки, оно будет очень затратно. Вот, и чем больше мы закажем, соответственно, тем будет выгоднее производству изготовить эти диски, и я вам их перешлю. Вот. Уже есть желающие, еще раз подчеркиваю, но, значит, инвестиционная программа продолжается до 21 декабря. Вы оплачиваете при заказе, то есть заказ может ваш состоять там из других изделий, я их вам присылаю раньше. Вот, а диск ОВП будет выслан после 21 декабря. Или раньше, еще раз подчеркиваю. Так, если мы наберем какую-то сумму, которая, и я запущу производство раньше. То есть я вас информирую, смотрите мои ролики, что эти диски уже выпускаются. И в ближайшее время вы их получите. Значит, каждый заказчик у меня находится в реестре. То есть я помечаю, что он заказал ОВП диск, и никто не потеряется. То есть все будут учтены, и всем будет разосланы вот такие замечательные изделия для того, чтобы подготавливать воду полезную для организма. То есть это насыщение водородом, это активация за счет устройства. Видите, тут некие отверстия сделаны, и при вот таком вот перемещении в стаканчике здесь возникает вихрь. То есть идет еще дополнительно то, чем занимался Виктор Шаубергер. Активация воды плюс выделение, значит, водорода и уменьшение ОВП, снижение его до отрицательных значений, тех значений, которые позволяют воде, то есть организм не затрачивает энергии для того, чтобы эту воду как бы впитать в себя. Вот поэтому я всех призываю к участию в инвестиционной программе. Это ваше здоровье, это ваше будущее, долголетие и так далее, и так далее. То есть это не пустые слова. Вот. Плюс подготовка воды.
технология, которую мы реализуем, которую вы можете приобрести, поставить незамысловатое оборудование у себя дома. То есть это оборудование, которое можно унести в небольшой сумочке, в пакете. Вот вы когда ходите в супермаркет, у вас такие пакетики вот есть. Вот, вы можете сложить это оборудование, перевести ее в любое место, вот, запитать и от аккумулятора с инвертором. Вот, потребление этой системы достаточно низкое. Вот, и вы можете приготовить для себя воду, которая будет полезна для организма и не будет, и будет способствовать защите вас от сердечно-сосудистых заболеваний на протяжении всей жизни. Это, опять же, исследования, это научные работы, которые подтвердили, что холестерин откладывается на именно кальциевых отложениях. То есть, если вы потребляете обычную воду из-под крана, вот, то в воде очень много кальция. И для того, чтобы вода действительно была полезна для вас, чтобы вы не болели сердечно-сосудистыми заболеваниями, я не говорю патологии сердечной. То есть это, скажем так, здоровая, нормальная кровеносная система со временем начинает кальцинироваться. То есть она начинает обрастать вот этими отложениями. Организм уже со временем, с возрастом начинает плохо функционировать. Его возможности падают. Вот, ну и, соответственно, вывод кальция затрудняется, и кальция начинает откладываться, на этом кальции начинает откладываться холестерин, вот, закупоривает сосуды, повышается давление, вот, сердце начинает плохо работать и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы заканчиваете это все очень печально, или и становитесь инвалидом, или же, значит, это летальный исход. Я вас не пугаю, это как бы вы знаете прекрасно. То есть на первом месте в мире стоят сердечно-сосудистые заболевания, которые связаны именно с этими процессами в большинстве своих случаев. Я не говорю про различные патологии, которые как бы при рождении у человека развиваются и так далее, и так далее. Это другая тема и другие причины сердечно-сосудистых заболеваний. Вот, поэтому употребление воды с оптимальным, скажем так, то есть и кальция должно быть оптимальное количество, от 8 до 20 миллиграмм на литр. Вот, обеспечив такую, какой состав кальция, благодаря технологии, которую я предлагаю, вы потребляете воду, где кальция оптимальное количество, то есть вы, ваша сердечно-сосудистая система не закальцинируется. Вот, это обнаружено, то есть в нескольких областях на Земле есть большое количество долгожителей, вот, и причем исследование питания, вот, не доказало, что действительно именно из-за какого-то определенного питания происходит вот этот феномен, вот, а именно из-за воды. То есть вода, которая содержит вот эти вот такое количество кальция, значит, способствует тому, что люди живут дольше. То есть огромное количество долгожителей, то есть нету сердечно-сосудистых заболеваний фактически. Вот, и поэтому я вам рекомендую эту технологию, она у меня есть. Вот, то есть вы приобретаете описание, технологию, а дальше вы сами закупаете набор оборудования. Оно продается в свободной продаже, оно не дефицитно. Вы можете выбрать различные варианты оборудования, помощнее, послабее, вот, с различными, различных форм-факторах и так далее. То есть огромное количество этого оборудования сейчас выпускается. Вы просто делаете набор, вот, ну и как бы контролируя количество кальция, жесткость воды, вы приготавливаете для себя воду. То есть вот я уже давно такую воду готовлю. Ну и плюс эта технология, она как бы способствует очищению воды от различных и биологических включений, вирусов, остатков лекарственных средств и так далее, и так далее. То есть вода становится высшей категории. Причем эту воду можно брать из любых источников. То есть если вы приехали в какую-то сельскую местность, у вас плохая вода там из колодца и так далее, то есть вы можете эту воду очистить. Вот, взять, грубо говоря, даже из реки эту воду. То есть вы идете к реке, зачерпываете воду ведром. Вот, и через некоторое время у вас получается вода высшей категории из этой воды, которая, в принципе, не пригодна для употребления. То есть это техническая вода, так называемая, вот, которая берется сразу из реки без очистки. Это техническая вода.
И вот такая вода, она становится полезной для организма. То есть мы ее чистим, мы ее делаем идеально пригодной для питья. Вот, благодаря вот этим технологическим как бы стадиям и этапам обработки. Вот, можете приготовить любые количества воды, то есть все зависит от того, сколько у вас семья, то есть есть и как бы и слабые, и мощные приборы. Вы можете купить мощный прибор, вот, который позволит вам, например, готовить там и 200-300 литров в день такой воды. То есть чистой воды. Представьте себе, что вы можете, в общем-то, обеспечить свой дом чистой водой постоянно, неважно какой источник. То есть вы отвязываетесь вот от качества воды внешнего источника. Вот, причем, если там наводнения какие-то и так далее, вот я знаю, что кругом огромное количество воды, пить ее нельзя. Люди, значит, ждут, пока им подвезут питьевую воду в этих самых в бутылках. Вот. И вы знаете, сколько стоит в бутылках вода. Вот. И однажды затратив на эту технологию небольшие средства, вы получаете такую же воду фактически в, ну вот 100 литров, да, разделите на 5, и вы получите те затраты, которые бы вы имели бы, если бы вы покупали эту воду в бутылках, бутилированную воду с таким же составом. Вот. Она стоит сейчас где-то около 100 рублей. Ну, такая вода, даже может быть и больше, то есть это выше категории, вот с таким содержанием она стоит где-то вот 100-120 рублей. По крайней мере, вот в магазинах у нас по такой цене продается. Вот 100 литров воды, значит, это 20 бутылок. Вот 2000 в день вы будете тратить только на эту воду. Вот, значит, этот комплекс окупится у вас за несколько дней при таких вот объемах. Вот, то есть, и дальше вы будете уже использовать эти устройства для того, чтобы экономить свои средства. Вот если такое потребление, это вот на какой-то коллектив на большой и так далее, то есть это огромнейшая экономия средств годовых. То есть здесь экономия может доходить до 1000%. Вот, и в то же время вы готовите воду, которая вам позволит не болеть. То есть лекарства вы уже не употребляете. От профилактики, да, многие пьют годами эти лекарства, разжижающие кровь, снижающие уровень холестерина и так далее, и так далее. То есть фарма садится вам на шею, вы тратите средства, там, я знаю, эти лекарства очень дорогие, сейчас за 1000 они стоят, вот, и их нужно пить постоянно, и у кого пенсии, и им очень тяжело соблюдать вот этот режим приема лекарств. Вот покупая один раз у меня технологию, приобретая, да, вы фактически начинаете экономить и на лекарствах. То есть вам они не нужны становятся. То есть холестерин у вас даже в повышенном варианте, он не будет откладываться на стенках сосуда, и вы будете нормально дальше жить и чувствовать себя. И самое главное, со временем идет оздоровление. То есть организм начинает стабилизировать состояние свое, и, соответственно, рассасываются вот эти все кальциевые отложения. Вот такая уникальная технология очистки воды. К сожалению, вот я уже много раз об этом говорю, но люди очень скептически относятся. Ну, кто приобрел, те довольны. То есть, те как бы пользуются этой технологией. Вот, и получают удовольствие. Я знаю, что проблема воды везде есть. Где бы я ни был, там у кого железо, у кого кальций, у кого еще чего-то. То есть все жалуются на воду. И вода действительно редко бывает хорошего качества. То есть где бы вы ни жили, да, кроме вот этих районов, где мы наблюдаем долгожительство, вот везде вода, она вредная для организма человека. На это не обращают внимания, к сожалению. Вот, болеют, предпочитают умирать раньше срока. И так далее, и так далее, и так далее. То есть мы предлагаем вот эти все технологии. Вот. И покажу вам водородная газировка. Почему мы говорим о воде? Потому что это очень важный аспект в жизни человека. Мы состоим из воды на 85%. И мы должны соблюдать этот баланс. То есть при, скажем так, с возрастом количество воды... Процент воды становится меньше. То есть вода уже не усваивается в достаточном количестве. Мы знаем, видим сухих старичков. Вот, и дальше идет смерть. То есть идет интоксикация организма, развитие хронических заболеваний и так далее, и так далее, и так далее. То есть вода – это главное в нашей жизни.
Вот я показываю, видите, трясу коробочкой. Это водородная газировка. Сейчас она снята с производства, но я принял решение ее выпускать. То есть вы можете эту газировку вот, у меня приобретать. То есть что это такое? То есть это напиток. Энергетический, я считаю, напиток. Вот об этом многие-многие говорят. У Фролова вы можете посмотреть на канале. Вот я вчера ролик его смотрел, где говорится об активации воды, о насыщении ее водородом и так далее. Делаются очень дорогие устройства, которые стоят там десятки тысяч. Вот. Мы же предлагаем очень дешевый вариант. Вот, это вот, вот этой коробочки вам хватит на больше, чем на месяц. Вот водородной газировки. Вы делаете такой раствор натощак утром, например, 150 мл, добавляете две маленькие ложечки, мерных ложечки, двухкомпонентный состав теперь я буду делать, чтобы он не слеживался. То есть вы можете приобретать его и в общем-то, хранить достаточно долго, ничего с ним не случится. То есть покупаете на семью, вот многие уже несколько раз у меня заказывают большими количествами, то есть на семью, вот такую водородную газировку. Что она дает? То есть она, во-первых, снижает ОВП. Вот если вы измерите вот эту газировку ОВП метром, да, то вы получите где-то минус 300, минус 400 милливольт после обработки. Вот, то есть эта вода уже гарантированно будет усвоена вашим организмом. То есть 150 мл наливаете, плюс она пересыщается водородом одномоментно, то есть идет бурная такая взрывная реакция, так называемая цепная реакция. Вот, вода окрашивается в такой молочный цвет, вот, вы и в этот момент ее выпиваете. Плюс она активируется. То есть вот это огромное количество пузырьков, которые образуются и схлопываются в воде, они являются фактором активации воды. То есть три фактора. Насыщение водородом, снижение ОВП и активация. Вот этот замечательный волшебный напиток, который вам позволит все время быть в хорошем настроении. Вот этот энергетик, он безвреден. Вот я был на выставке недавно, на продовольственной, она проходила у нас в Москве. На выставочном комплексе был я там, значит, ходил, и там много выпускается энергетических напитков с кофеином, со всеми делами. То есть человек именно для тех, кто, например, работает много на компьютере и так далее, да, то есть это стимулятор. Вот вы сидите, да, ваша работа сидячая за компьютером целый день. Вот вы при употреблении вот этих напитков, вы чувствуете себя хорошо. То есть у вас нету деградации организма. То есть этот напиток, он позволяет повысить энергетику организма безвредно, еще раз подчеркиваю. То есть это не трата ваших внутренних резервов. Потому что все другие энергетические напитки, они затрачивают энергию. То есть они высасывают из человека энергию. Потом человек чувствует себя опустошенным. Ему требуется большой период отдыха. То есть вот все стимуляторы, которые предлагает сейчас рынок, они нацелены на извлечение ваших запасов, ваших ресурсов. То есть при употреблении энергетических напитков вы, во-первых, быстро стареете. То есть у вас ресурс, он расходуется постоянно. При недостаточном поступлении энергии в организм, вот, вы начинаете терять энергию внутреннюю. То есть у вас идет вот это вот быстрое старение, так называемое. Вот благодаря вот эти, употреблению вот этих всех энергетиков, стимуляторов так называемых. И очень много продают стимуляторов. Вроде бы вы хорошо себя чувствуете, прекрасно. А через год вы чувствуете то, что вы еще хуже стали ощущать себя. Вот, за счет того, что вся энергия, которая у вас была в запасе, да, у человека есть запас энергии внутренней. И вот это вот стимуляторы, они все время расходуют ваш запас. Да, вам стало как, на какой-то период хорошо, но потом вы платите еще большую цену за то, чтобы восполнить и вот этот растраченную энергию. А это очень сложно сделать, поверьте мне, потому что нужно очень большой период адаптации. Хорошо это для выполнения каких-то задач. Да? Вот в армии используются стимуляторы, которые как бы употребляют бойцы для того, чтобы выполнить боевую задачу. И потом у них идет период реабилитации. То есть после употребления вот этих всех стимуляторов, значит, необходимо человеку остановиться, большой период отдыха.
Вот. И здесь мы имеем дело с тем, что, в принципе, решаем эту проблему радикально. То есть вот эта вот водородная газировка, она позволяет именно не задействовать ресурс организма, а наоборот добавить энергию внутрь организма, то есть дать порцию энергии. То есть организм, как бы не расходуя свой внутренний резерв, добавляет энергию и тратит ее. То есть вот все мои приборы, они именно дают человеку дополнительную энергию для того, чтобы, в общем-то, решать вот эти задачи и проблемы. Вот что я хочу сказать. Сейчас мы переходим к к скидочным программам. Вот, я уже говорил, что вот эти такие приборчики, я вот смотрю, из обсидиана, вот, можно приобрести со скидкой 30%. Если вы берете там штучное изделие, вот, то, соответственно, вы имеете 30% скидки. Если вы берете больше 10 штук, 11 штук вы приобрели, то скидка уже увеличивается еще дополнительно на 10%. То есть вы берете 40%. 40% вы экономите на этих приборах. Плюс, значит, вот в этот прибор может быть помещен Energy, состав Energy. То есть вы можете еще здесь дополнительно сэкономить. То есть вот этот прибор фактически вам обойдется дешевле, чем вот этот прибор Ecoot Energy. Вот я вам показываю. Вот, то есть здесь еще плюс вы экономите. То есть это скидочная программа. Она будет продолжаться до Нового года, 31 декабря. Вот такие приборы тоже можно туда поместить. Я рекомендую это делать, потому что вот этот вот инертный как бы безопасный материал, мореный дуб, 5000 лет, с надписью, сделанный из перламутра, из натурального, МНМ. Вот такие вот изделия. Вот, можно туда поместить Energy. Тоже продают, тоже реализуют со скидкой до 40%. Вот, пока они есть, значит, они в двух факторах. Форм-фактор. Вот такой вот и вот такой вот. Но я вам показываю Ecoot стандарт. Вот, но они такие же вот и с окошечком таким же. Вот я попытаюсь сделать образец и показать. То есть такие вот изделия, партия ограничена, еще раз говорю. Вот, она реализуется со скидкой, значительной скидкой. Вы можете приобрести как подарок, как кому-то подарить, и вы сэкономите, то есть кто хочет приобрести прибор, но сейчас средств у него нет. Вот, вот очень хороший шанс это сделать сейчас. Вот, потому что как бы после того, как эта партия будет реализована, я больше не буду ее делать. То есть мы переходим совершенно на другие форм-факторы. Вот, если будет заказ на такие приборы в дальнейшем, я их буду заказывать по такой же схеме, как ОВП-диски. То есть вы вкладываете средства, вот, и я, значит, собираю некую сумму, и мы изготавливаем для вас изделия. Появились и реализуются Ecoot-ы, учителя, всем полюбившиеся, вот они показывают. Значит, там внутри сейчас расположен резонатор Ecoot Energy кварц. То есть это наша последняя крайняя разработка, не последняя, крайняя разработка. Вот родиевый диск с камушком гранатом. Корпус сделан из мореного дуба 5000 лет. Гравировка натуральным перламутром, знак долголетия. Вот, то есть уникальный прибор, который может служить для коммуникации. То есть вы его вешаете, вот, и, соответственно, вы можете коммуцировать с людьми, то есть облегчает. То есть часть энергии за счет этого диска передается вашему собеседнику. Вот, ну и, соответственно, вы можете вести переговоры успешные, договариваться и так далее, и так далее. То есть вот этот вот момент, он очень важен при различных переговорах. Вот, сейчас я немножко коснусь других приборов. Всем известный Ecoot Energy, звездное небо, янтарь. Вот, есть партия, вы можете приобрести.
Вот, уникальный прибор. Можно его держать как обычный кут, стандарт, и носить как кулон. Я его ношу, вот, это мой постоянный прибор, вот, который я постоянно использую каждый день. Значит, есть кут Energy с зарядкой, то есть его можно заряжать различной информацией. Вот он как выглядит. Там внесен специальный состав, который позволяет переносить информацию на этот прибор. Вот, работает он около 4 часов, разряжается потом и его снова заряжаете необходимой информацией. Икут Energy кварц. Вот он как выглядит. Вот, это крайняя разработка наша, самая новая разработка. То есть это с кварцевыми кристаллами. Можете заказать его, сейчас есть партия. Также есть со скидкой 20% вот такие приборчики. Это Икут стандарт, кто как бы верен классике, держать в руке, носить с собой. Вот такой вот приборчик с классическими вариантами. Не смотрите, что здесь немножко окислено, это специально как бы расходуемая пластина. Вот, создает мощный потенциал на поверхности со стандартным резонатором. Можно туда поместить Икут Energy. То есть вы говорите, значит, ну сейчас есть партия, скажем, вот этих приборов с классическим резонатором. То есть это резонатор, который мы уже давно проверяли, проверили. Вот, и можно его приобрести со скидкой 20%. Значит, заказывайте каталог. Я вам его присылаю, и там пункт первый, вот эти приборчики. Вот, смотрите цену, отнимаете 20%, вот, и такие вот приборы вы можете со скидкой приобрести. Опять же, это количество ограниченное по мере, скажем, реализации этой партии. Дальше уже эти приборы не реализуются. Тем, кто хочет сделать хороший подарок своим родным и близким, вот такой вот прибор. С Energy, то есть там внутри Energy, в виде такого оригинального ювелирного изделия. Значит, здесь используются драгоценные материалы, камни. Вот, вы можете носить оригинальная форма, разработанная. То есть такие вы нигде не приобретете. Это оригинальная форма, которую разработали мои хорошие друзья. Вот, считаю, что уникальные производители. Талантливые, которые вот делают такие замечательные приборы. Вот в коробочке из эбонита. Вот все это натуральная обработка. Такие приборы, они реализуются, можете их приобрести. Есть приборы в виде оберегов. Вот с крестом процветшим. Натуральное позолота здесь. И здесь Energy стоит. Вот резонатор тоже можно его носить. Вот, поставляется в такой подарочной коробочке из драгоценной древесины, бубинга помели. Вот такие вот приборчики ограничены. Это все в ограниченном количестве. То есть я вам показываю ювелирные изделия, которые можно приобрести, и их очень мало. То есть если вы успеете, то есть дальше мы уже будем что-то другое делать. То есть это уникальные ювелирные изделия с резонаторами. Вот кто хочет, как говорится, и красоту, и пользу, вот такие вот приборчики. Мироточивый прибор, он мироточит, вот я показываю. Это из уникального дерева палосанта, тоже все ограничено. Вот очень вкусно пахнет. Золотые позолоченные пластины. Вот в такой коробочке из эбонита. Вот подарочный вариант к Новому году можно приобрести, подарить. Такой же прибор из эбонита. Вот он как выглядит. Эбонитовый прибор. Разработан как износостойкое изделие, то есть вы можете его носить в экстремальных условиях, мочить его и так далее, и так далее, с ним ничего не произойдет. То есть сделан из эбонита, фактически вечный прибор. Жидкий резонатор, вот я показываю, то есть туда еще дополнительно можно добавить порошок какого-то
препарата. Вот, и он будет транслировать эту информацию. Вы можете его носить как кулон. Вот такой вот приборчик оригинальный. Значит, все использованы драгоценные материалы, позолота, натуральный перламут, гранаты, натуральный перламутр, бубинга помели, вот, крышечка, эбонит. То есть уникальные изделия разработаны. Значит, это жидкий резонатор Якут Энерджи. Вот. Для чего сделан жидкий? Для того, чтобы можно было туда добавлять различные компоненты. Например, вы принимаете какое-то лекарство. Мы уже проверили, то есть добавляли в резонатор какое-то лекарственное средство в виде порошка, например, таблетку растолочь до мелкого порошка в ступке и добавить небольшое количество резонатора, размешать его. Вот, и мы получаем трансляцию вот этого, этой информации в ваш организм, в ваше тело. Работает это 2 месяца. Вот, дальше вы должны сделать перерыв небольшой и снова использовать этот резонатор. То есть тогда действие лекарства будет постоянным на вас. Вот, в данном случае есть работы научные, которые именно посвящены вот этому эффекту. То есть снижение действия препарата энергоинформационного, вот, и дальнейшем, как бы, при неиспользовании этого препарата снова идет действие. То есть такое вот интересное, как бы, как такими всплесками. Вот, то есть энергоинформационный препарат работает только в стадии насыщения организма информацией. То есть свойство есть такое, когда вы пользуетесь энергоинформационными препаратами, они как бы насыщают информацию, стабилизируют состояние, и вы дальше уже не получаете вот этого эффекта излечения. Вот для того, чтобы это не было, делайте перерыв. Я об этом уже говорил многократно и как бы повторяюсь. Вот такие вот изделия, которые можно приобрести, пользоваться ими легко. То есть вы, например, Якут используете таким образом, то есть держите в руках. Вот, или носите в виде кулона. Вот, и это позволяет именно вас подкачивать энергию. То есть вы бодро себя чувствуете, вы в хорошем настроении, у вас хорошо работает мозг, улучшаются когнитивные возможности человека, это уже проверено. Вот, и многие пишут, что действительно и энергии прибавилось. Да, есть некая побочка в виде обострения хронических недугов, но это действие типа гомеопатического. То есть, когда вы пьете гомеопатию, у вас излечение идет за счет обострения. Вот здесь та же история. То есть, вы закачиваете энергию, организм получает порцию энергии дополнительную. То есть, раньше у него не было возможности справиться с хроническим заболеванием. Вот, а сейчас у него появляется такая возможность справиться с хроническим заболеванием. И идет, вот многие там, у кого хроническое заболевание было, идет такое обострение. Вот, оно может продолжаться какой-то период, но потом, значит, организм или справляется с этим заболеванием, или же заболевание облегчается. То есть его течение как бы затормаживается и облегчается. Вот этот эффект мы поймали. Потому что испытываем прибор уже не один год, уже прошло 11 лет. Когда был разработан первый Якут. И вот за этот период мы вот эти все эффекты обнаружили и подтвердили. То есть, да, идет обострение, да, значит, вот эти все моменты возникают, вот, но потом заболевание уходит. То есть организм справляется, так как энергии поступает много, то есть он справляется с этим заболеванием. Вот. Мы не декларируем прибор как лечебный, еще раз подчеркиваю. То есть мы не реализуем лечебные устройства. Мы реализуем устройство, которое повышает энергетику человека, его самочувствие, его потенциал организма. Все, что касается излечения, вылечивания и так далее. Потому что многие свои приборы начинают как бы распространять под эгидой лечебного средства. Мы никогда этого не будем делать и не будем декларировать прибор как лечебный. Пожалуйста, обращайтесь к врачам, значит, устанавливайте свой вид, тип заболевания. Вот, мы не боремся против фармы. Вот, мы, наоборот, можем, скажем, любое лекарство перевести в энергоинформационную форму. То есть мы работаем совместно с фармой, меняя именно форму лекарства. То есть мы делаем это лекарство, можем перевести с помощью резонаторов в другой вид энергоинформационного препарата. И этот препарат также будет работать, как обычная таблетка.
То есть вы, если принимаете какой-то лекарственный препарат, вы можете заказать энергоинформационную копию. То есть мы берем свой резонатор, помещаем туда ваше лекарство, и вы пробуете. Вот, естественно, контролируя свое состояние. Еще раз подчеркиваю. Я всех призываю, значит, очень внимательно относиться к своей жизни, к своему здоровью. Если вам доктор прописал какие-то препараты, лекарства, это не значит, что вы, приобретая мои приборы, можете от этого отказаться. Вы можете эту работу произвести, но только под контролем медицинских приборов. Мы не реализуем наши препараты как лечебные. Вот, мы не имеем права это делать. Как поддерживающий ваш организм, стимулирующий, да, это не возбраняется. То есть энергия, которая к вас поступает, она является неким фактором, который может служить как терапевтическое средство. Вот. Но мы не акцентируем внимание, и если вы будете говорить, вот у меня такие-то заболевания, на свой страх и риск вы можете приобрести мои приборы, попробовать их, если это помогает вам, прекрасно. Если это идет обострение, значит, еще раз подчеркивают, многие говорят, вот у меня что-то обострилось, отложите прибор, вот, подождите, пока обострение пройдет, и порционно начинайте использовать. Нельзя его использовать огульно, да, то есть взял и сразу носишь, о, как хорошо и прекрасно. Вот, нужна стадия адаптации, есть инструкция на этот прибор. Вот, пожалуйста, прочитайте, она очень короткая, там очень мало текста, я думаю, что многие его освоят. И вот эти вот правила нужно соблюдать. Вот мы всегда об этом говорим. Вот, то есть, если у вас есть курс лечения, продолжайте курс лечения. Не верьте разным чудесным и волшебным средствам, которые вам якобы помогут. Потому что в большинстве случаев это стимуляторы. То есть в большинстве случаев энергия у вас вытягивается. Вот я вам об этом говорил. То есть вы покупаете, вы получаете временное облегчение, а потом заболевание начинает еще хуже становиться. То есть оно еще хуже. То есть вы уже как бы опускаетесь на другой уровень еще худшего развития заболевания. Вот это я всех призываю делать. То есть не верьте вот этим всем многочисленным чудесным ребятам, которые вам впаривают какие-то устройства. Я это очень хорошо изучил, вот, я знаю, как они работают, вот, и в большинстве случаев они наносят огромный вред организму. Вот, пожалуйста, внимательно относитесь к своему здоровью. Если вы покупаете и приобретаете, например, мои приборы, не отказывайтесь от лечения. То есть аккуратно, может быть, отказываться от таблеток, но только под присмотром врача. То есть проконтролировали свое состояние. Да, прекрасно, вот энергоинформационный, да, используйте. Но при этом не нанесите своему здоровью вред. Все приборы, которые я предлагаю, они безвредны, в принципе. То есть они дают, они стимулируют организм, то есть дают энергию, закачивают энергию за счет резонанса. Вот. И использование этой энергии, оно может, скажем так, быть подспудным процессом при приеме лекарственных средств. То есть лекарства, скажем так, лучше работают, если вы будете пользоваться теми же якутами. Вот, то есть меньше дозировка таблеток и так далее, Но опять же, под контролем врача, еще раз. Не просто вы приняли решение, да, а вы, например, идете потихонечку, начинаете там, скажем, уменьшать количество, смотрите с вами состоянием, контролируете его с помощью каких-то процедур. Если что-то изменилось, значит, вы возвращаетесь опять к той же дозировке. То есть вот эти вот моменты самостоятельно ни в коем случае не применяйте. Вот только под контролем специалистов, кто знает медицину, кто это самое. Не отрицайте медицину, это нельзя делать. Вот многие говорят, да, вот эти врачи там нам впаривают кучу таблеток и так далее. Вот, вот этого делать нельзя. Вы можете нанести своему здоровью непоправимый вред. Я всех предупреждаю об этом. Вот, и поэтому будьте аккуратны к своему здоровью, вот, приобретайте приборы, которые будут давать вам энергию, не отнимать, не стимулировать и не выкачивать вашу энергию, которая внутри запасена, а именно давать дополнительную энергию. То есть они безвредные, они наоборот как бы безвредные стимуляторы активности организма. Ну вот то, что я хотел сегодня сказать. Спасибо за внимание, до новых встреч.